привет! У нас сегодня распаковка посылки. Она пришла нам из Америки. Правда, не с первого раза, а со второго. Наши друзья... Кстати, у нас есть, вернее, у нее, у Чихуахуа Фанни, есть друзья по всему миру, и это прекрасно. И иногда нам присылают просто так, не за рекламу, подарочки. Давайте посмотрим, что нам прислали наши американские друзья. Прямо чуть ли не с Голливудской аллеи звезд. Если вы захотите то же самое, что там, мы оставим информацию в описании ниже. Сейчас вы, ребята, подофигеете! Вау! Кул краш! Что это такое? Не будем гадать, открываем. Это MacBook? Нет, конечно, это не MacBook. Это драгоценности? Нет. Может быть, это игра Монополия? Это последний рывок. Открываем и переворачиваем. Картина! Ничего себе! Фандюша, посмотри, как это красиво! Это картина, которую нам прислали друзья из команды Crown & Po. Один в один, Фандюша, посмотрите! Это реально прямо нарисовано, да? Или это компьютерная графика на конве? В общем, смотрите, они с нами связались, я вам расскажу, как это было. И говорят, ребята, а давайте мы вам сделаем картину крутую. Мы говорим, ну давайте, что для этого нужно? Выберите у нас на сайте какой-нибудь образ. И пришлите в хорошем качестве фотографию вашей чихуахуа и напишите, какой размерчик вы хотите. Ну, мы поскромничали, взяли самый маленький размерчик, эсочку. Вот, если честно, мы подглядели, сколько это стоит. Вообще, вот такая маленькая картина стоит $50. Вот, но если вы хотите все то же самое для своего, не знаю, дога, тойтерьера, и для улитки даже, они вам нарисуют. Посмотрите, это просто копипаст. Это Фандю, это копия. Ура, Фандю, ты рада? Угу, это вообще один в один я. Я всегда хотела что-нибудь такое вот на память. Ну, Фандю, не Фандю. Фандю, не Фандю. Очень хорошего качества все. Мы вообще благодарны очень сильно нашим друзьям, и которые верят в наш канал и присылают нам такие замечательные вещицы. Спасибо вам большое. Эта картина займет свое место прямо здесь, в центре нашей комнаты. Смотрите, кстати, здесь есть, можно повесить даже на крючочки на стенку, но мы дырки не хотим делать в новой квартире, поэтому поставим вот сюда. Здесь она будет смотреться круто. Смотри, Фандюша. Мамочка и ты. У нас даже платье похожее, смотрите. Мы подготовились к вручению подарочков.